Мы не должны этого допустить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как демократы Таджикистана назвали действия Талибан геноцидом таджиков в Афганистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Демократическая партия Таджикистана обратилась к правительству и гражданам страны, международным организациям и назвала происходящее в Афганистане геноцидом талибов в отношении непуштунских народов этой страны. Мы, народ Таджикистана, глубоко опечалены действиями и убийствами со стороны талибов народа, который говорит на одном с нами языке, народа одной с нами нации, составляющего большинство населения этой страны. Эта группировка за последние годы опустошила таджикские земли, дома, города и села. Сегодня жестокие действия этой группы достигли уровня геноцида, особенно в таджикоязычных регионах, говорится в заявлении партии. В нем также отмечается, что талибы похищают несовершеннолетних девочек у их матерей, убивают мужчин и насилуют их жен, жестоко убивают невинных молодых людей под разным предлогом. Как вам такое заявление? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. При этом демократы выражают недоумение тем, почему против нечеловеческих действий, геноцида и зверства талибов не выступают ООН, международные правозащитные организации, государства, которые называют себя защитниками демократии. Демпартия заявила, что полностью поддерживает действия антиталибской коалиции, которую возглавляет Ахмад Масуд. К счастью, эта созидательная сила освободила от талибов несколько городов и сел и три провинции, подчеркивается в заявлении Демпартии. Обращаясь к таджикскому народу Афганистана, демократы обещают: «Мы не оставим вас в одиночестве, мы поделим с вами кусок хлеба и будем сражаться за победу, стоя рядом с вами». В конце обращения демократическая партия призывает МИД Таджикистана создать необходимые условия для всех афганских беженцев, нуждающихся в нашей поддержке, предоставлять им визы и все необходимые документы бесплатно. Должностные лица ГКНБ, МВД, Таможенного комитета и народ страны создать лучшие условия для афганских беженцев и относиться к ним по-братски и достойно. Правительство Республики Таджикистан создать условия для временного проживания афганских беженцев, оказывать им гуманитарную помощь и внимательно следить за выполнением этих требований во всех государственных структурах. ООН и международные правозащитные организации признают действия Талибана против таджикского и персоязычного народов Афганистана геноцидом. В обращении Демпартии также отмечается, что эту группировку привели в Афганистан эгоистические страны. В этой связи демократы призывают правительство республики закрыть диппредставительства таких стран, как Пакистан, Саудовская Аравия и Катар в Душанбе, так как они, по мнению ДПТ, оказывают всяческую поддержку талибам. Кроме того, Демпартия призывает заявить протест правительствам, которые признают эту террористическую систему. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!